В Екатеринбурге открылся новый офис Уральской электронной таможни. Теперь там могут оформить около 900 деклараций в сутки. Новое здание находится на улице Московской, 11. Большую часть помещения занял центр электронного декларирования, где в режиме онлайн инспекторы проверяют документы со всех таможенных постов Урала и выдают разрешение на грузы. Оформлением занимаются больше 100 сотрудников. Каждый регистрирует по 10-15 заявлений в день. Сроки сокращаются. Представление документов моментальное по нашим запросам. Не нужно ждать, что декларант нам прибудет с другой точки страны и так далее. Ну и, естественно, декларант может находиться дома у себя в Владивостоке, подавать декларацию к нам. Уральская электронная таможня появилась в 2018 году. Это был первый в России центр электронного декларирования. Теперь таких в стране 12. В этом году подобные пункты появятся также на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Это позволит улучшить качество работы таможенной службы и существенно упростит процесс оформления документов для бизнеса. На регистрацию автовыпуска уходит 5 минут. Все это быстро, качественно и, самое главное, более объективно, поскольку, значит, решение принимает информационная система.